Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel против... против, конечно же, вот этих вот... боссов. Так, и у меня есть вот такой вот танк. Офигенский. Красненького цвета. И сейчас я буду всех боссов мочить. То бишь, стрелять, убивать. Вот у меня супер пушка. Так, давай. Опа, нифига, как я их раскалываю. Готов, следующий идет босс у нас, Легион. Давайте посмотрим. Легиончик. Иди сюда. Ух ты, смотри, как он, что он делает. На. Опа, готов, убили сразу, смотри. Нифига себе. У меня прокачанный, конечно же, танк. Угу. И мне вот эти вот танки... злодейские. Вообще не страшны. Смотри, как я убил, уничтожаю. О, нет, вертолет. Вот вертолет посложнее будет. Вертолетик посложнее. Ну, попробую я его сейчас щелкнуть. Сейчас мы здесь встанем. Сейчас он подлетит к нам поближе. О, получай, готов. Фига, вот это пушка. Вот это, я понимаю, пушка. Как в Терминаторе 2. Кто смотрел? Терминатор... А почему Терминатор... Да, Терминатор 2, да. Там у него такая была пушка. У Шварценеггера. Которым он уничтожал всех. Так, лазерная пасть. Ага, давай, едь сюда. Едь ко мне. Сейчас я тебя щелкну, подожди. На, получай. Готово. Уничтожили мы его. Следующий у нас идет удар грома. Ну, мы его сейчас быстро щелкнем. Давай, едь сюда, на. О, нифига я его как, смотри. Я его даже пилочкой сейчас выпилю. Ага, получилось. Получилось, ребятушки. Ну, армада, он как бы такой вот танк интересный. Но мы его быстро сейчас щелкнем. На, получай. О, готов. Много-много мы сегодня заработаем монет. Сейчас посмотрим, сколько заработаем. Так, ну у меня здоровье, в принципе, хорошее еще. По крайней мере, есть. Уничтожили. Сейчас едем дальше. Так, ну и кнутика. Кнутика мы сейчас, ребятушки, с вами щелкнем. Очень легко. Так, где ты там? А, он застрял, смотри. Все вот эти вот танки, они любят застревать. Сейчас мы его отпиликаем. Просто-напросто отпиликаем. Готов. Уничтожили. Так, пошли вертолетчики у нас. Вертолетчики. Так, мне надо будет куда-нибудь на холм сейчас встать. Либо давайте можно отъехать подальше куда-нибудь. Сейчас попробуем отъехать сначала. А сможем мы для... Мы сможем от него убежать, интересно, или нет? Нифига, мы не успеваем. У нас скорость не такая мощная. А хотя смотри, мы его обдурили. Мы его, ребятушки, надурим сейчас. Вертолетчика. Нифига, смотри, как я могу на одном колесе прыгать. А смотри, тыщ. На, получай. Сейчас мы тебя щелкнем. Нифига. Ладно, едем дальше. Мы сейчас всю карту проедем, посмотрим, что у нас там в конце карты находится. Если, конечно, мы успеем. Видишь, опять едет, опять. На! А ты что такой неубиваемый? Держи! Так, чуть-чуть. А, ну чуть-чуть осталось у него, конечно, там здоровье. Совсем немножко. Так, а мне интересно, мы когда с этими, получается, воюем с боссами... То что, получается, всегда одна и та же карта или нет? Вот это мне интересно. Так, ладно, сейчас мы... Ух ты, тихо. Давай, едь сюда. Во! Смотри, я ему даже урона вообще практически не нанес. Совсем не нанес урона ему. Ладно, сейчас мы где-нибудь здесь встанем. Вот сюда вот. На, получай. Есть, готово. Готов у нас там. Так, следующий кто у нас? Лазерная пасть? Да. Лазерная пасть.
Ну давай, сейчас мы его быстренько сейчас отщелкаем. Тихо. Ей сюда. Ой. Как же мне тебя побороть? Опа, нет, он меня взорвал, ёлки-палки. Ну что ж, ладно. Возьмем Феникса. И пойдем немножечко поиграем, ребятушки, в парном состязании. На эти самые. На звездочки пособирать. Открыть. Так называемые, ребятушки. Эти самые сундучки. Пооткрываем. Попробуем, посмотрим. Так, давай мы этого. Подождем немножко. О, готов. Все, и мамонта мы уничтожили. Получаем звезду. И давайте еще раз. Давайте выберем. Почему бы и не взять? Слушай, знаешь кого? А, этого танка у меня нету. Катюшу возьмем. Смотри, можем такой даже купить. Ладно, пускай пока такая у нас будет окрасочка. Кто у нас тут? Ух ты! Титан и Феникс. А у нас Катюша и не Джокер. Джокер это, да, ребята? Да, это Джокер. Слушай, Джокер. Ладно, поехали. О! Сейчас мы его отщелкаем. Попробуем Катюшей. Так, все, одного уничтожили, это точно. Так, следующего. Следующий где там прячется, алло. Вот он едет, смотри. Ага. Да, они вдвоем взорвались, но у нас победа. Опять еще одна звезда. И открываем сундук, посмотрим, что в сундуке есть. Так, в сундуке так особо так ничего интересного и не было. Ну да ладно. Будем играть, вдруг нам выпадет какой-нибудь танк новенький. Давно, ребятушки, не выпадал новый танк. Ага. Будем стараться, чтобы получился какой-нибудь новенький танк. Открылся. Так, стреляю. Да, ракетками. Во. Кого-нибудь сейчас, да, я попаду. Так, подождем немножко. О, давай, стреляем. Есть попадание, нет? Ага, едет Титан, смотри. Ух ты, подлечиться кто-то захотел, да? Не получится у вас подлечиться. Все. Уничтожили мы Титанчика. И звездочка наша. Давайте выберем тогда. А давайте еще с Катюшей поиграем, почему бы и нет? Ага, такой же Титан. Оу, да у меня мамонт, дружище, друг. Поехали, мамонт. Но обычно мамонты, они какие-то слабые. Сейчас будем проверять. Так, давай, я буду уже стрелять. Во, подходят. Сейчас мы их отщелкаем. Получайте. Блин, у меня уже здоровья мало. Ладно. Титан, о, этот мамонт, ты куда пошел? А хотя молодец, давай, я сейчас буду. Так, одного уничтожили танка уже вражеского. И второй вражеский танк у нас уничтожен. Хорошо. Подполковника дали, представляешь? И еще одна звездочка. Ну что ж, давайте еще раз сыграем с Катюшей. Это хорошо получается. Ага, да. Поехали. Все, едем. Ага, у меня Титан, дружище. А, вот здесь я встану и начну стрелять. О, хорошо, попадаю. Там мамонт. Ну, сейчас мы мамонта быстренько щелкнем, подожди. Мамонт должен быстро у нас уничтожаться. Враг. Ух ты, смотри, что они сделали. Они моего уничтожили. Ах вы гады. На, получай. Вонючка, там еще этот мамонт бегает где-то. Ух ты, меня отщелкали. Какой, смотри, мощный у них Титан был. Просто-напросто, если бы не был бы такой мощный Титан, мамонт, то есть, мы бы выиграли спокойно, смело. Давайте я один на один попробую на Катюше. Ага. Один на один. Да, хорошо. Давно один к одному мы не играли. Так, какой-то чувак из Канады. Ага, на, ты чё такой резкий-то, алло, смотри. Офигеть, вот это он какой молодец.
Давайте поиграем один на один. Только я выберу, наверное... Да, Феникса попробую. Попробую взять Феникса. Угу. Так, ну, в принципе, у него крутилка есть. Блин, почему у меня нету ничего, никаких крутилок-то, а? Так, здесь, я здесь его подожду. На, поджарю сейчас я тебя. Куда ты? Вот куда ты убежал? На, огонька. Огоньком. О, хорошо, смотри. Ага, стрелять начал, да? Ладно, сейчас... Ага, я еще подхилился, успел. Ага, есть один. Так, давайте мне звездочку. Ох ты, и открываем сундучок быстренько. Смотрим. Нет, не выпал нам танк. Ну да ладно. Продолжаем играть на Фениксе. Давайте немножко другой цвет возьмем. Зелененький. А, вот зимой как раз, да? Ага, будем подогревать танки. Вот здесь я встану. В принципе, мне устраивает. Все, и начинаем жарить его. Ой, хорошо, хорошо. На. Так, я быстренько подлечусь. Ой, хорошо, 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 хорошо. Этот чувак вообще не ожидал, что я так могу на Фениксе его щелкнуть. Ха, я просто стоял на месте. Да, он не ожидал. Так я буду и дальше делать. Так, усилить. Усилить можно 20 монет использовать. Давайте усилим. А, ремкомплект будет у нас получше. Еще можно что-то усилить. А, ну вот этим я и нет, я этим не пользуюсь. Чисто вот этой штучкой. Давайте выберем зелененький цвет теперь. Зеленка против зеленки. Ух ты! Я вот сюда встану. Вот встану я, наверное, вот сюда. На, жарить. Ах, кто убежал. Смотри, что он сделал. Просто взял, убежал. На, держи еще. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Стрелять начал, да? Ага. Давай, едь сюда. Во! Блин, что ж такое быстрый-то, а? Ёлки-палки. Давай, едь сюда. Вот, еще тебе огонька не надо. Опять этот, мне кажется, опять этот мужик со мной пошел в схватку. Второй раз уже. Что-то мы постоянно друг с другом воюем. Ладно, давай черный возьмем. Пусть он думает, что это другой у нас. А-а-а, нет, смотри, у нас титан сейчас будет. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот здесь пока я туда встану. Вот здесь он меня точно не сможет щелкнуть. Давай. Во! Во! Так. Есть. Давай, сейчас он назад должен... Ага. Давай назад. Во, получи. Едь. Давай. Я тебя сейчас отжарю. Все, победа. Не получилось. Он был в шоке просто от меня. Что ему делать можно было? Он не знал.